Так, ребята, всем-всем привет, я сегодня с вами Джамалидин Мурадов, и вас приветствую на своего канал Дальнобой ТВ, Дитрак ТВ. Так, ребята, у нас сегодня небольшой обзор, про шведский автономный тягач Scania. Scania Streamliner, как бы, да, Scania Streamliner Normal Roof, как бы. Мы помним, что когда-то он был приватно, теперь официально его автор начал слилить, конечно. Он с хорошим адаптацией, с хорошим оптимизацией, ну и так далее подобное. Так, ребята, версия игры у нас 1.47, 3.1, как бы стимовский, то бы же DLC. Так, здесь, как обычно, ничего делать не будем. Попадем, покупка грузовик. У дилера бренда модификация, как видите, как мы видим, Scania 4 серия, normal roof, это значит, вот это есть спалька, это оно и есть. Так, он будет выглядеть вот с таким образом. Всего лишь предоставлено один вариант Scania, 4 серия с normal. Так, категория у нас грузовик, 4 серия, шасси 4x2, тип кабина Normal, расположение руль, естественно, и слева, мощность двигателя 480 лошадиных сил, как бы 353, крутящий момент 2500 днем, 1000-1300, тип коробка применения передачи, Optirise, GRC 905R, как бы. Это типа реверса, то есть объем топливо бак 600. Так, что ж, ребята, кликнем под этот данная техника. Так, что хотел отметить. Не знаю, ребята, да, я его начал запускать на автономное, там неважно какая карта, не карта. Но тягач, я так вижу, что тягач, как хотел отметить, что тягач с хорошим оптимизацией, с хорошим адаптацией, как бы, не знаю, автор что-нибудь, что-то задумал, передумал и начал его слилить. Когда-то он был приватно, не знаю, там 39 евро стоило или 40 евро стоило, типа того. Так, ссылка я предоставлю в описании, и ссылка про авто оставлю в описании. Так, что ж, ребята, поехали посмотреть, что нам докажет и на что он способен. Так, как хотел отметить, что Normal. Normal — это вот эта спалька. Так, прописано один шасси 4x2. Так, прописано один двигатель ДК-13, 480 лошадь, 353 куб, 2500 днем, 1000-1300 объем бака. Так, коробка Optirise GRC 905, как хотел отметить, что интерьер заводская вариант, как видите, как мы видим, всего лишь предоставлен один заводская вариант, интерьер FPS, лево-верхний угол там 118 чем-то работает, думаем, что нормально. Так, краска также Paul, это вот, это оно и есть, автор Paul и Ming. Иминг Инт, Верин, как она? Верингер, Верф, Голланд, то есть голландская вариант, как бы, хотя если так взять, он как бы шведская автономная тягач. Так, предоставлена одна окрасочная боковое зеркало. Так, это у нас подсветка кабина, где вот освежитель и так далее подобное. Есть красный, видите, вот красная, red line, красная, двойной. То есть Далби, Попью, Жасмин, Вич Хаус, Red LED. То есть такая же Red LED, есть такой же. Это все понятное дело. Ну, потом, попозже, если что... А, все понятно, это типа двойной, как бы, тоже двойной, одной и одной, понятное дело. Давай-ка, пускай будет двойной, как бы. Так, это попозже. Так, что еще мы здесь имеем? Так, шина. Шина своя предоставлена. Своя, как бы, так, детализация. Своя, пожалуйста.
также своя, как бы. Так, здесь тоже самая такая же история от компании Мишленовская. Так, здесь тоже Мишленовская, по-моему, что летная шин, как бы. Вот. Так, диск своя, как бы. Своя, как бы, также свой, как бы прописано, также своя прописана. Что ж, ребята, все, наверное, больше ничего сверхъестественного. Вроде бы, как бы, с хорошим оптимизацией. Для нормальным, ну, для водителям предоставлена дополнительная верхняя багажник, типа того. Добавлено два варианта гудки, как бы, Мишлен. Вот. Ну, то, что здесь написано, это оно и есть автор. Паул, то есть, да, Паул, и как там... Короче, ребята, хотел отметить, что я с английским плохо разбираюсь, поэтому дай Аллах, чтобы вам крепкое терпение, крепкое здоровье и много всего хорошего, чтобы вы могли спокойно про него посмотреть, что к чему. Так, кое-что мы начали пропускать. Вот она. А, о, даже видите, имеется своя водитель, пускай будет тогда. Так, что ж, попадем в интерьер. Также, как хотел отметить, что для работоспособности нуждается Cecil Мегапак. Вот как бы как-то так получается. Так, предоставлена одна баранка. Так, портативный навигатор. Так, имеется предоставлена для водителя-дальнобойщика бортовой компьютер небольшой. Так, здесь у нас есть Финляндия. Финляндия с этого Норвегия, типа того, есть Фин, да, то есть и Финляндия, то есть и... Ща, ребята, подождите. Так, также Россия с Финном. Есть флажки, как бы, Дания с Финляндия. Также есть, также Нидерландия, флаг Финляндия. Есть такая же. Данмарк. Так, есть Данмарк. Давай-ка-то, пускай будет Россия с Финляндией. Так, с этого дела удалось разобраться, как бы, либо оставить, либо убрать. Давайте оставляем. С этого разобрались. Так, что здесь у нас? Есть человеческое мозга или как там? Есть такая вариант. Есть серебряный мяч, есть кубик от бильярд, мягкая, с белой, с черной, черным, с белой. Есть шарик от тенниса, есть футбольный мяч, как бы, есть бильярдный. Давай-ка вот это оставляем. Так. Как хотел отметить, что... Ну, здесь что я могу сказать? Да, у вас... Некоторая мода не будет, как бы, это у нас, как бы, как хотел отметить, что, то есть, мод такая, что даже DLC аксессуар кабин не понадобится, и аддон Cecil Мегапак не понадобится, по такому причине, что все к нему уже добавлено, все установлено, поэтому и могу, как бы, могу представить вам такой... от компании Apple GPS навигатор, если удастся, также я про него, я ссылка предоставлю в описании. Ну, смотрится неплохо, конечно, смотрится неплохо, видите, все, мне кажется, что она так и должна быть. Также мы здесь мы можем там писать, там тоже какой-то там от чешская, пожалуйста, вот. Также здесь как хотел отметить, что то есть тягач полным с хорошим адаптация, полным с хорошим оптимизация, ну и так далее подобно. Ну, тягач советуем, рекомендуем. Тягач хороший, конечно. Также здесь мы можем какие-нибудь там, ну хотя здесь, если так взять, здесь как бы особо никого не посадишь, а данный случай как бы, вот. А здесь мы можем просто там какие-нибудь там цветы, как бы, я не знаю, там есть какие-нибудь там цветы, как бы. Здесь можно как бы всякие различные мягкие от компания, ну от турецкая кубика и обычная, ну и такая же. А здесь мы можем как бы, я не знаю, здесь вот цветы как бы. Думаем, что если у нас тягач с
тягач, если у нас Scania, давайте сделаем так. Пишем здесь Renault. Во. Renault пускай будет. И там. Volvo будет. Какая разница? Самое главное, чтобы посмотреть, чтобы нормальным духом, чтобы работало. И пишем Scania. Хотя у нас тягач Scania, правильно? Во. Не знаю, почему-то странно, что вот она появилась как бы Scania. Ну, естественно, здесь пишем, как обычно. И века. И века. Во. И века. Пускай так будет, как бы. Так, теперь пролистаем. Сюда мы можем что? Мы сюда в данном случае мы можем добавить. Какие игрушки еще от сисел мегапака. Вот. То есть я хочу отметить, что аддон сисел мегапак не обязательно. Просто ставьте сисел мегапак ниже тягача, чтобы у вас и у нас нормальным духом работало. Здесь либо спортивная сумка, либо если для тех, кто дальнобойщица, сумочка. Ну, естественно, ноутбук. Пускай будет сумка с этого. Ну, что могу сказать? Это у нас хотел, а это у нас управление осей, хотя у нас нет управления осей, как бы вот. Но там дальше уже посмотрим. Это у нас стояночная, это у нас скорость. Как бы все, больше ничего сверху. Да, если так взять, машина с. Если так взять, я сам как бы любитель Scania, как бы, но Scania. Как хотел отметить, что Scania с хорошим адаптацией, Scania с хорошим оптимизацией, плюс в том, что он слитая версия, потому что когда-то он был приватно, не знаю, год назад было или полгода назад, он было полное, было как бы приватная версия была, не знаю, стоило где-то 39 евро там, типа того, короче, не знаю, автор что-то задумал, передумал, адаптировал под 1.47. И плюс в том, что теперь он как бы не приватная, а слитая версия. Вот. Ну вот, как хотел отметить, что все это дело исправлено, видите, да, как бы. А есть некоторые тягач, когда сисел мегапак, ну, совместимость, но установляя, что там всякие глюки, косяки и так далее. А здесь, видите, да, здесь все четко. Мне кажется, что она так и должна быть. Так, что ж, ребята, все уже как бы с этого дела нам удалось разобраться, что к чему. Также как хотел отметить, что также в комплекте идет прицепа. Но это потом попозже посмотрим, что к чему. Так, чпок, выбрали место. Так, все как бы. Так, теперь нам надо попасть прямо этот тягача. Сейчас чипок и отправляемся наш шведский автономный тягач Scania Normal Roof, как бы четвертая серия, как бы. Так, что ж, ребята, добро пожаловать Scania Normal четвертая серия, там типа того. Так, что ж, поехали посмотреть, на что он данный тягач, на что он способен. Так, заводим. Ого. Еще раз, как хотел отметить, что при себя. Еще раз. Видите, есть действующая клавиша. Ну, я имею в виду старт-запуск. Запуск двигатель, то есть. Ну, хотя не двигатель, это как бы типа фоновый режим там типа того. Так, поехали. Как видите, как мы видим, все это дело работает. Как видите, как мы видим, работает. Так, бортовой компьютер. Как видите, как мы видим, все это дело у вас, у нас работает. Уровня топлива, уровня километр, тахометр, уровня масла, вода, как бы, и все, как бы, три варианта. Так. Ретардер. Это, видите, где вот правая сторона за баранка. Вот это оно и есть. Так. Как видите, как мы видим. Приблизим. Да, вот жаль, что есть звуковая действующая, но действующей клавиши нету. Ребята, видите? Ну, думаю, как бы. Если так взять, он неприватный, он слитый. Может, за это, я не знаю.
Так, как видите, как мы видим, все это дело как располагается. Ну а что мы хотим? FPS 100 с чем-то работает. Думаем, что нормально как бы для слабой компа. Так, стеклоочиститель. Расположение, если кто помнит, из начала 1.45, датчик дожди, расположение, два положения, все, она исключается. Так, так, G-сеть, G-сеть VHR, так, как видите, как мы видим, все это дело, ого, так, смотрим. Как видите, как мы видим, плавно все начинается срабатывать. Как видите, как мы видим. Как хотел отметить, что за собой капли не оставляет, за собой капли убирает. Мажет отлично в сторону пассажира. Как видите, как мы видим, все это дело работает. Ну, ребята, если так взять, я сам особо любитель Scania, Volvo, Iveco и Renault. Так, поэтому я в импела ставил от компании Renault, Volvo, Scania и Iveco. Так, и снаружи смотри. Как видите, как мы видим. А, то есть, как хотел хочу отметить, что из наружу не прописано действующее стеклоочиститель. Видите, да? То есть, не прописано. Ну, думаю, как бы ничего сверхъестественного. Так, ну, зато выполняет отлично. Так. Так, это дело мы вырубим. Все, это дело мы начинаем вырубать. Так. Как видите, как мы видим. Все это дело. Так, смотрим изнаружи. Изнаружи. Как видите, как мы видим. Также все это дело прописано. Все как располагается. Сторона пассажира. То же самое, такая же история. Видите, да? Даже изнаружи видно. Своя баранка, как бы. А то есть некоторые тегачи, как бы, изнаружи не прописано. Так, что ж, с этого дела, даже, видите, даже капля дождь, видите, как оставляют. Типа, как она так и должна быть. Видите, и там, как бы. А, вот еще, видите, сторону цветы, конечно, видите. Видите, да, плавно, плавно, плавно все это дело начинается срабатывать. Так, теперь давай-ка ты сейчас... Смотрим по ночам. Хотя у нас... Хотя, ладно, бог ты с ним. Так, G-set time. G-set time. Полуночь. Полночь. Полночь. Так. Все это дело. Ого. Видите, FPS сколько начинается срабатывать, если F1. Видите, лево-верхний угол. Там 115 с чем-то показывает. Я думаю, что для... Нормально, слабая компа, думаю, достаточно. FPS, я по поводу FPS имею в виду. Там 117, ну, там по еще на разные места по-разному показывают. Хотя я сейчас в городе, как бы, неважно там, какая города, не города. А то, видите, некоторые меня на стриме и на в комменты начинают спросить, почему-то пребывание к городу у нас FPS начинается... падать, то есть седает. Ну, там можно, конечно, там все исправить, там, я имею в виду, там настройка и так далее, подобное. Так, ладно, это дело мы убираем тогда. Так, смотрим, приблизим. Так, сетевая. Так, как видите, как мы видим, все датчики, все кнопочки, все клавиши, все работает. Так, ну это у нас ретардер, как видите, как мы видим, все это дело работает. Блокировка дифференциал. Вау, ребята, видите, правая сторона за баранка, видите, да, действующая клавиша, блокировка дифференциал. А самому блокировка мы не видим. К сожалению, что мы не видим, но думаю, как бы ничего сверхъестественного. Как бы сейчас это у нас включено, так это у нас отключено. Так, что еще мы здесь? Постояночная. Работает. Так. Давай-ка, Таша. Ну-ка. Отлично. Так, коробка, смотрим. Ну, хотя, видите, у меня это...
как бы скорости нету, если было, там может там. Я что имею в виду, прописано анимационно действующая коробка передача. Так, ладно. Изнаружи смотрим. Вау, ребята. Это у нас сетевая. Габаритная, ближе, дальняя. Габаритная, ближе, дальняя. Габаритная, ближе, дальняя. Даже установлена автопоезда. Так, теперь в кабину смотрим. Сетевая. Как хотел отметить, что за баранка лево. В сторону, видите, да? Так, это у нас сетевая. Ближе. Дально, габаритная, ближе, дально, габаритная, ближе, дально, габарит. А почему мы не видим действующий клавиш? Еще раз. Ближе, габаритная, ну, то есть и габаритная, ближе, дально, габаритная, ближе, дально, габаритная, ближе, дально. Странно, что есть звуковая щелчков, почему-то действующей клавиши нету, я особо как бы не понял. Пишите в комменты, ребята, что вы... Если кто знает, пишите в комментах. Ну, а так, что хай. А так, в принципе, эти гача с полным хорошим адаптацией, с полным хорошим оптимизацией. Да, также есть ретардер, видите, все нормальным духом работает. Так, что еще? Так, изнаружи. Еще раз. Сетевая. Габаритная, ближе, дальне. Габаритная, ближе, дальне. Габаритная, ближе, дальне. Право, лево, аварийка. Так, как видите, как мы видим, все это дело у вас, у нас работает. Так, реверс, как видите, как мы видим, реверс. Все это дело у вас, у нас работает. Так, теперь это дело убираем, как бы переносим там 9, там какая разница, 9 или 10. Так, теперь давай-ка заводим, запустим двигатель. Так, вау, ребята, звук слушайте, звук чувствуйте. Так. Так, поехали смотреть. А, не, подожди. О. Звук чувствуете, ребята? Вау, даже, ребята, как хотел отметить, что при себе имеется действующее сцепление газ. Не, ребята, тягач, вообще пушка, бомба. Так, отпускание ос. Как видите, как мы видим, все это дело у вас, у нас работает. Физика, чувствуете? Еще раз. Так, отпустим. Не, ребята, а что хотели? Тягач абсолютно слитая. С хорошим адаптация, с хорошим оптимизация. Так. Так, как хотел отметить, что также в комплекте идет от компании Schmitz. Рефрижератор от компании Schmitz, от автор Paul Image. Так, взять, естественно. Ну, как бы, если так смотреть, как бы, давайте вот сдадим, как бы отправим в гараж. В тюнинг к нем не прописано, также не советуем, не рекомендуем с ним что-то делать. Он и так, как бы, с хорошим оптимизацией, с хорошим адаптацией все придумано. Если сделаем так, одиночный прицеп, как бы от компании, от разработчик Paul, даже видите, свое название, своя скина и так далее подобное. Ну, один XS3 с управлением осей, как бы один краска, тюнинг абсолютно не имеется. Вот как бы как-то так. Оплатим, конечно. Так, взять на работу. Ща, чипок.
Отлично. Не, ребята, как бы вообще вот, если будет время, вот на стриме надо на нем прокатиться, проехать, что к чему посмотреть. Так, ладно. Так, отцепляем. Звук чувствуете? Не, вообще хорошая. Звук. Слушайте звук, ребята, звук. Функция кабелей, естественно, что имеется. Как видите, как мы видим. Насчет тормоза слов нету. Так. Остается посмотреть действующее анимационное. Как видите, как мы видим, все это дело у вас, у нас работает. Видите, да? Как говорится, раз-раз и на матрас. И здесь тоже самая такая же история. Реверс, все. Ну, ребята, а что мы хотим? Тягач с хорошим адаптацией, тягач с хорошим оптимизацией, плюс в том, что слитая версия, потому что помню, 6 месяцев назад или там год назад, на предыдущей версии он был приватный. Теперь на 1.47 он абсолютно слитая версия, не знаю, автор что-то начал задумать, передумать и решил его слилить для нас. Спасибо, Пау. Thank you very much, Paul, что у вас все это дело нормальным духом сработало. Ну что ж, могу сказать, для покатушка пойдет, как бы ура, как бы, ну, на слабый компьютер. Я не говорю, что у меня стабильная компа, у меня как бы тоже так средний класс, как бы можно о чем-то развлекаться и так далее подобное. А так больше ничего сверхъестественного. Ну, можем посмотреть, конечно, для. Так, теперь смотрим для водителя дальнобойщика, что предоставлено. Так, есть несколько вариантов клавиш добавлено. Есть подсветка парковка. Так, есть бортовой компьютер. Есть два USB входа для зарядить всякие различные устройства. Также там есть, видите, помп. Установлено 12 вольта, максимально 24 вольта, ну там чайник включить также для всяких различных аудио проигрыватель и так далее подобное. Также есть ну там где видите шильдика гудки, как бы вот парко, ну аварийка, ну странно почему-то, странно просто как бы нарисованный, но не действующий, я имею в виду. А так, больше, в принципе, больше ничего сверхъестественно. FPS 80 чем-то, приблизим, там 120 чем-то срабатывает. Ну, такая, изнаружи также смотрится неплохо, видите, да, все это дело исправлено. Ну, не знаю, ребята, дальше желаю вам самому посмотреть, что чё, к чему, а так больше ничего сверхъестественного. Что ж, ребята, надеюсь, обзор кому-то было полезно, обзор кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас попрошу, не жалейте для моего канала подписку, лайкоса и доната. Ссылка про доната я закреплю по коммента, также ссылка про доната я оставлю
в описании. Также ссылка про этот тягач оставлю в описании. Ну а так, что ж, ребята, мне пора с вами попрощаться. Что ж, ребята, берегите себя, берегите свои близкого. Всем пока-пока. До следующего выпуска стрима. Всем пока-пока.